Всем привет, срочное включение на канале. Наткнулся в интернете на очень интересное устройство DJI Osmo Pocket, и информации на русском языке крайне мало. Ссылка на покупку этого устройства есть внизу в описании к видео. DJI Osmo Pocket — это такая компактная камера, которую вы всегда можете взять с собой, и она будет стабилизировать все движения вашей руки. Камера и стабилизатор — все это сделано здесь в одном устройстве. Для DJI Osmo есть аксессуар монопод селфи-палка. Вы можете снимать свое лицо, используя функцию Face Track. DJI Osmo будет держать ваше лицо всегда в кадре при любом передвижении. В DJI Osmo есть отличная функция Active Track. Тапайте по объекту на экране, и DJI Osmo сам следит за объектом. В DJI Osmo есть режим съемки от первого лица FPV. Также вы можете приобрести для своего Osmo Aquabox для того, чтобы снимать под водой. В DJI Osmo есть режимы съемки Motion Timelapse для того, чтобы снимать красивые таймлапсы и гиперлапсы. Есть возможность снимать DJI Osmo панорамой 3x3. Есть режим ночной съемки для съемки красивых кадров без штатива. Вы можете подключить свой Osmo Pocket к мобильному телефону и скачать приложение DJI Mimo. Osmo Pocket очень удобно управлять со своего мобильного телефона и быстро делиться своими снятыми материалами с друзьями. Он очень компактен, его можно везде взять с собой. Для него существует большое количество аксессуаров. На сегодняшний день Osmo Pocket в России стоит космических денег. Я привожу вам ссылку для покупки этого девайса на AliExpress. Заходим, заказываем.